Вопрос к акушерам-гинекологам. Как муж или парень пациентки взорвал вам мозг? Когда я проходила практику по акушерству в мединституте, к нам поступила беременная женщина с ужасным патологическим ожирением и индексом массы тела в районе 70. Во время ее первого дородового визита врач-интерн спрашивал об истории ее беременности, прошлых трудностях с фертильностью и зачатием, проблемах с беременностью на данный момент и так далее. Насколько я тогда понимала, это довольно стандартные вопросы. Тогда в разговор включился ее муж и рассказал о зачатии. Казалось, что с этим проблем у них не было. Но затем он подробно описал, как все происходило, и взорвал мой маленький неопытный мозг. На самом деле, зачатием пришлось помогать маме и сестре жены. Они раздвигали ее бедра в стороны, чтобы он мог войти и сделать свою работу. У меня до сих пор нет слов. У меня нет высшего медицинского, но когда я работал парамедиком, меня вызвали домой к 14-летней девочке, которую я застал стоящей над унитазом и заметил, что в унитаз спускается пуповина. При дальнейшем осмотре я обнаружил, что в унитазе находится новорожденный ребенок. Девочка утверждала, что этот ребенок не мог быть ее, потому что она была девственницей. Обновлено. Должен был сказать об этом раньше. Ребенок выжил, и после того, как я отвез его и маму в больницу, я не знаю, что произошло. Моя мама была врачом общей практики. Однажды к ней пришла 15-летняя девочка, у которой тест на беременность показал положительный результат. Но она была непреклонна в том, что беременной быть не может. Моя мама подтвердила беременность, но девушка все равно отказывалась верить в то, что это правда. Она объяснила маме, что такое невозможно, потому что ее парень ей сказал, что если во время кекса она лежит совершенно неподвижно, то она не является сексуально активной и не может забеременеть. Но доктор, я сексуально пассивна. У меня был прием с женщиной через 2 недели после родов. Ей нужно было снять швы. У нее был разрыв, который требовалось заживить. И я обнаружил, что швов уже нет. Оказалось, что их убрал ее муж, потому что они мешали ему во время коитуса. Я не акушер-гинеколог, но я врач авиационной медицины и принимала роды 3. Я никогда не забуду ни одни из них. Вторые роды были примерно на 5 недель раньше срока. На обочине дороги в абсолютной глуши. Семья отправилась в поход в пустыню, и у женщины начались схватки. К тому времени, когда мы прибыли, пути назад уже не было, и у ребенка показалась голова. Мать сидела как бы на корточках, положив предплечье на средний ряд сидений в фургоне, а сама она была повернута к двери. Она была одета в свободное платье. В тот момент, когда проходила голова ребенка, отец сказал: «Подожди, подожди, мы не можем испачкать кровью пол». Женщина повернулась к нему с до смерти свирепым взглядом и ответила: «Фургон твоей мамы». Это стало девизом нашего подразделения. Мой отец – акушер-гинеколог со стажем более 30 лет, сейчас на пенсии. Он рассказал историю о сверхрелигиозной паре, мусульманах, которая обратилась по поводу трудностей с зачатием. Он провел осмотр женщины без присутствия мужа и обнаружил, что она на самом деле интерсекс. Не опустившиеся мужские половые железы, матки нет, вульва, влагалища нормальные. Женщина была потрясена, узнав об этом в 18 лет. Она боялась, что ее муж проявит жестокость, решив, что он будет считаться геем из-за секса с ней. Мой отец предложил ей позвонить в полицию или попросить о помощи. Он и медсестры дали ей номера телефонов психологического консультирования и предложили право конфиденциальности при разговоре с супругом. Она от всего отказалась и попросила, чтобы они вместе рассказали мужу. Мужчина был очень расстроен, и в конце концов они оба вышли из кабинета в слезах. Отец больше никогда ее не видел и хотел бы знать, как все сложилось. «Я не врач, а беременная женщина. Я сказала своему парню, что до родов мы должны приготовить и заморозить еду на 1-2 месяца, потому что мы будем слишком уставать, чтобы готовить». Он посмотрел на меня со знанием дела и сказал: «А, да, эти пюре из фруктов и овощей, чтобы нам не нужно было делать их самим». Он реально думал, что с первого дня ребенок ест детское питание. Нам за 30, оба с высшим образованием. У него огромная дружная семья с кучей детей, и он знает, что я собираюсь кормить ребенка грудью. Наверное, он думал, что с первого дня нужно делать и то, и другое. Мой отец врач, а его друг был акушером-гинекологом. Он рассказал моему отцу случай, когда к нему в кабинет пришла пара, у которой были проблемы с зачатием. Они пытались завести ребенка больше года, но жена никак не могла забеременеть. Оказалось, что они оба воспитывались в очень строгих семьях, и мужчина никогда в нее не входил. Он просто терся о нее и спускал ей на живот. Затем он брал свой палец и размазывал свое семя по всей верхней части ее половых органов. Другу моего отца пришлось объяснять им обоим, что такое половой акт, и говорить им, что и как делать. Это был неловкий разговор. Я все
все думаю, неужели они никогда не смотрели фильмы для взрослых и у них не было разговоров об этом со своими родителями? Неужели они никогда не видели ничего, связанного с сексом? История просто сумасшедшая. Интересно, они когда-нибудь разобрались в этом деле и в конце концов завели детей или нет? Когда я работала в отделении терапии, партнер пациентки не хотел, чтобы мы сообщали ей диагноз ВИЧ, что для меня определенно было низостью, хотя там, где я работаю, это, наверное, даже трудно назвать неожиданностью. А когда я работала в отделении неотложной помощи, к нам поступила девочка-подросток с симптомами беременности. Тест на беременность, конечно же, был положительным, но она была от этого в абсолютном шоке. Я спросила у нее, живет ли она половой жизнью. Да, пользуется ли презервативами? Нет. Противозачаточными? Нет. И все равно она выглядела удивленной, что это произошло. Я не акушер-гинеколог, но вместо моих родителей беседу со мной на эту тему проводила моя гинеколог. Родители решили вместо уроков по половому воспитанию в школе отправить меня к консультанту, пообещав, что они сами будут заниматься этой темой в свободное время. В общем, гинеколог сказала, что кекс через задний проход вполне допустим, но забеременеть от него нельзя. За свою жизнь она встречала по меньшей мере 8 пар возрастом 35-45 лет, у которых были проблемы с зачатием, и все потому, что муж использовал не то отверстие. Я повторю, муж использовал не то отверстие. Ситуацию делало еще ужаснее то, что это были очень традиционные пары, азиатские, индийские, христианские. И они были в ужасе от того, что занимаются содомией. Так что да, разговоры, которые приходилось проводить этой женщине. Мой бывший парень, акушер-гинеколог. Его раздражало, когда я мучилась от боли при месячных и говорил, что поскольку он гинеколог, он точно знает, что это за боль, и сказал, чтобы я потерпела. Я должна была увидеть в этом первый из многих красных флажков. В прошлом месяце один отец попросил нашу акушерку наложить дополнительный шов, когда женщине все зашивали после родов. Она незамедлительно ответила: «Насколько конкретно маленьким нужно сделать, сэр?» Стала гребаной легендой нашего отделения. На связи медсестра скорой помощи. К нам поступила 19-летняя девушка с болями в животе. У нее уже было двое детей, и она снова была беременна. Она сказала, что не очень рада беременности, но не хочет расставаться со своим парнем. Я подумала, что парень, возможно, же жестоко с ней обращался, не разрешал пользоваться противозачаточными средствами или что-то в этом роде. Поэтому задала ей несколько вопросов за закрытой дверью. Оказалось, что она не знала, что от секса появляются дети. Ее сексуальное образование состояло из «заведи парня, выйди замуж, и дети родятся», без каких-либо других подробностей. Поэтому она думала, что если у тебя есть парень, то дети появляются автоматически, а секс – это просто развлечение. У нас был долгий разговор. Я не акушерка, но я работаю в отделении неотложной помощи. И недавно к нам пришла 22-летняя женщина. Я спросила у нее цель визита, и она ответила: «Я нашла дырку». Что-то вроде абсцесса. «Я нашла дыру». Хорошо, это рана, она болит? Нет, это просто дыра. Черная дыра. Я абсолютно не могла понять, о чем она говорит. И было ясно, что больше никакой информации за стойкой регистрации от нее не получу. Поэтому отправил ее к медсестре первичного осмотра, с которой у нее состоялся такой же разговор. Она не смогла уточнить ничего, кроме: «Смотрите, это просто дыра». Это была ее вагина. Я не акушер-гинеколог, а медсестра операционный. Один гинеколог однажды рассказал им о враче, который у них стажировался. Мы все его знали. Он был молодым, дружелюбным парнем, с которым было приятно работать. В возрасте 25 лет он уже был женат, стал отцом двоих детей. У этого парня был только один отрицательный аспект, и это сильно сказывалось на его работе. Он был крайне религиозен. Это не обязательно становится минусом, но его решения основывались на его религии, и он часто отказывался предлагать противозачаточные средства моим пациенткам и был немногословен в разговорах и объяснении методов контрацепции супружеским парам. Это было против его религии. В конце концов, слух дошел до начальства, и им пришлось вызвать его на разговор. Ему объяснили, что отказывать в любой форме помощи и информации противоречит закону. Я не медик, но одна акушерка мне рассказала, что один парень попросил ее поторопиться с родами, так как скоро начнется футбол, игра за кубок. Я не врач, но когда я была беременна своим первым и единственным ребенком, мне было стыдно за своего мужа. Во время курсов подготовки к родам он большую часть времени сидел в телефоне, вплоть до того момента, когда я упала, хотя должна была балансировать на мече. Когда его спросили, как он относится к тому, что у него будет ребенок, он ответил: «Я не придаю этому значения», пожал плечами и вернулся к игре на своем телефоне. Другие пары на занятии подходили ко мне во время перерыва, чтобы спросить, все ли у меня в порядке, и даже инструктор высказала мне наедине свое беспокойство.
этого. Мне пришлось срочно делать кесарево сечение, а он просто заснул. Медсестра разбудила его, крикнув, что меня отправляют в операционную. Он не хотел брать сына на руки, не хотел менять подгузники, кричал на нашего двухдневного сына за плач и злился на меня за то, что я не встаю, чтобы что-нибудь сделать. Медсестры его выгнали, а три из них дали мне имена адвокатов по бракоразводным процессам, услугами одного из которых я в итоге воспользовалась. А самое интересное, мой бывший умолял меня завести ребенка, потому что все, чего он хотел, это быть папой. Я не была уверена, хочу ли детей. За 2 года до рождения сына он сказал моей маме, что собирается развестись со мной, если у нас не будет ребенка. Я не акушер-гинеколог, но мой бывший парень был категорически против использования тампонов, чаши, дисков или чего-либо, что нужно вставлять. Он сказал мне, что это изменит форму моего влагалища. Он был уверен, что после определенного количества времени, проведенного вместе, оно изменится под его форму, и мы будем идеально друг другу подходить. А если бы я пользовалась тампонами Суперс или Ультра, это означало бы, что мне нужен мужчина с инструментом побольше. Потому что, знаете, вата все растянет до невозможности. Итак, мой вопрос, относится ли этот план идеальной совместимости к 11 другим женщинам, с которыми он спал на стороне? Нет, только ко мне? О, я, наверное, особенная. У нас был отец, который принес свою PlayStation 4 в родильную палату, чтобы поиграть в Человека-паука, пока его жене вызывали роды. Другой парень был увлечен в измене, когда его жена была после родов и решила воспользоваться его телефоном, чтобы сфотографировать ребенка. Упс. Моя мама акушер-гинеколог. Она проводила ручной гинекологический осмотр женщине, и ее муж спросил сердитым тоном, есть ли какой-нибудь другой способ провести обследование, кроме как с помощью пальцев, потому что ему не нравится, что она засовывает пальцы в его жену. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео пишите похожие истории и не забудьте посмотреть наши другие видосы. Обнял. Пока.